6, 7, 8. Хорошо. Так, и переворот, бросок с захватом двух ног. Знаете, как делать? Как? Проход в ноги, ага. Или переворот. Если переворот, то вот так вот вишенку выставляет и ломает. Через плечо.
позвонки не дёргают. Так, значит так, Владимир, ты залезаешь ему на заднюю подножку, он тебе раз залезает, но ты должен пить заднюю подножку. Так, наверное так, Владимир пойдет к Чезову. Ладно, ты идешь к Артему. Значит, еще раз. Первый номер показывает заднюю подножку, второй делает контрприем в заднюю подножку. А в задней задняя подножка. Нет, это вперед. А в заднюю заднюю. Приготовили. Пошли. Раз. И посмотрите внимательно. Посмотрите, вот когда он идет, ногу поднять, чик, вот до движения. И раз отсюда. И оп. Раз. И ты тоже шире ноги. Шире ноги. Три. Ты не назад, вперед кидаешь. Четыре. На носок ставь, Чезар, на носок. Пять. Шесть. Не ставь ногу, просто держи на весу ее. Последний бросок. 8. Хорошо, поменялись. Владимир здесь. Значит, ты показываешь, Владимир отвечает. Владимир, смотри. То есть сколько начинает? Ты же ногу поднял. Раз, оп, движение. То есть. И раз. И ответь. Оп. Хорошо, теперь мельницу. Вы раз залезаете на мельницу. Так, я правую руку сверху, возьми правую руку. Вот, залезаем на мельницу. И пошел. Раз, отсюда, топ. Уходим и переворачиваем его. Потом, правда, болевой надо делать. Но пока времени нет. Значит, еще раз. Залезаем на мельницу. Вы раз, разворачиваетесь. Положить на это. Первый. Раз. И разворачиваем. Оп. Два. Три. И падает ногами. Четыре. Ноги убирают. Сразу ногу разворачиваем. Пять. Руку к себе наверх. Наверх тяните руку, наверх его руки поднимаете. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо, заправились. Далее. Можешь мельницу сделать с ним? Попробуй 10 бросков сделать мельницу. Если получится, я посмотрю, как делать. Потому что некоторые хорошо делают. Стоп. Смотри. Мы над всем начнем делать. Всем начнем, и ты как раз всем... Так, второй номер. А, тут же второй номер нельзя. Вот когда один, второй. Пожалуйста, смотрите еще раз, когда мельница, вот эта рука вверх, вот туда ее. И потом разберемся. Вверх. Пожалуйста. Раз. Два. Три. Вверх. Выше лапы. Четыре. Пять. Просто уходите, вверх ее. Шесть. Ногу убираю. Семь. Ногу правую убираю, лад назад. Восемь. Другую ногу. Девять. Мате. Так. Значит, первый номер делается зацеп боли на изнутри. Зацеп боли на изнутри. Второй убирает ногу и показывает бросок через бедро, через плечо. Приготовились.
Получается, пожалуйста, зацеп болью, убираете ногу. Пожалуйста, раз. Еще через бедро. Два. Нет, нет, нет. Ну, вот и стоп. Вот теперь все спил эту ногу. Он цепляет эту. Значит, эту ногу убираешь и разворачиваешь. Пошли. Три. В другую сторону. Четыре. Пять. Да, вот так. Шесть. Правой ногой должен цеплять. Семь. Еще три раза. Восемь. Девять. И последний раз. Десять. Один. Хорошо. Это о чем говорит? Второй номер дел? Нет. Нет, поменялись. Что-то получается, да, не смеется? Да, да, да. Так. Ну. О, красавец. Стоп, стоп, стоп. Правую ногу вперед. Правую ногу вперед. Кто делает? Правую ногу. Потому что правша делает. И вша не очень сильно. Еще раз покажи. Зацеп покажи. Убирай ногу назад. Ногу назад. Нет, Владимир, назад. Сейчас. Зацепи. Разворачивайся, разворачивайся. Во! Пошли! Да, пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Thank you.
Еще больше ждали. Ну, что это? А я думаю... Да. Так ты не заходишь? Да, я знаю, но... Да. И получается, да, что? Неудобно сюда кидать. Не кидать. Если ты кинешь, он, получается, падает на шипок. Ну, все, смотри. Ну, лучше руку заподнять. Я нахожу. Где? Попадка снега. Снега. Честно. Не снега лучше. Так. Хорошо, пошли 10 раз, блядь. Вот, первый раз. Голову. Шару? Не голову? Да, да. Вот не голову. Да что не голову? Да. Шару? Да. И на голову. Да. Ну, грязно на голову сюда. Ну, грязно на голову. Пошли. Бит. Уже лагай больше. Через еще раз. А что не дядьё? Далеко уходишь, наверное, по кругу. И вернуться на него сесть. И поэтому я хорошо. Так. Теперь смотрите. Четвертый подскок. Делайте через плечо. Через плечо. Я делаю через плечо. Что делает Артём? Он туда заходит. Что хочет, что хочет. Еще раз. Иногда так прямо, в принципе, хорошо отсюда. И уже, оп, видите, и выбил мне это выправление. Какое-то лево, да? Справа. Да. Оп, сюда. Можно в ту сторону, там просто через грудь получается. Поздравляю. А можно его сюда выйти. О, и он проходит. Погромче. Ты поворачиваешься через арканд. Вы между собой, вы между собой. Значит, первый надо. Возьмите, чтобы было легче, одной рукой и подворачиваешься. А ты заходишь туда за спину. Нет, вот смотри. Нет, потом подворачивается. Ну так подвернись, блядь. Это же не подворотный. Нет. Посмотри, ты. Хорошо. Мате? Да. Так, вы здесь, вы тогда туда. Приемник. Приемник. Вот уберите сюда, на стол. Чтобы его не ударить. Как думаешь, Влад? Приемник сюда, чтобы не ударить. Твой приемник не ударит. А, радио. Сюда его. Артемка. Да. Ну,